Я царь Леонид. Я занимаюсь восточными единоборствами 11 лет. Изучал карате кэмпо, ушу, арнис эскрима калий, бутинкан даджо. Плюс обучался в Китае ушу. Я сейчас косплеерю Брюса Ли, буду показывать на сцене ушу. А так я в косплее где-то 3 года. А какие у тебя косплеи? Рейден, Дарт Мол, 2 Супермена, 2 Человека-паука, Ворон, Мастер Чиф. Еще был еще костюм ушу из Fearless Tiger и плюс еще вот Брюс Ли. А скажи, пожалуйста, почему 2 Человека-паука и 2 Супермена? Разные костюмы? Да, разные костюмы из разных вселенных. И в разные годы. Одни были в начале, другие попозже. Меня зовут Лелуш, мой никнейм, в миру Александр. Хожу на аниме-фестивали. Мой первый аниме-фестиваль, на который я пошел, это было Тула 2013. Вот, после этого я год начал ходить на аниме-фестивали. Мой первый косплей, ну, в основном проявился, скажем так, в Воронеже. Это был косплей на Джейса из вселенной Magic the Gathering. Вот. После Воронежа, который закончился 5 числа, я понял, что слишком много было уже фотографий на тот косплей, слишком много людей сфотографировались, даже в новостях где-то промелькнул. Вот. И у меня вдруг явилась спонтанная идея создать этот костюм. То есть этот костюм от и до делался ровно одну неделю. Посох крафтился 36 часов, спали 4 часа. Это мой первый крафт, и то не мой, а мы с другом вместе это делали. То есть друг, который умеет крафтить, он мне показывал, как. Ну, и то, что-то я делал, что-то ему помогал. Вот. Ну, фактически я только начал это все делать, потому что, у меня была просто импровизация, прийти под какой-то закос. В итоге это все вылилось в полноценный косплей мумии из фэндома «Герои меча и магии 3». До этого единственный был косплей, это Джейс Белерен из вселенной Magic the Gathering. Magic the Gathering — это коллекционная карточная настольная игра. Вот, там был такой Planeswalker, который путешествовал по мирам, собирал информацию, мастер иллюзий, манипуляций. Вот такой вот персонаж. Зовут меня Владимир, я из города Владимира, никнейм Одуванчик, 29 лет, госслужащий, как ни странно. Занимаюсь косплеем, на самом деле, достаточно поздно. Пришел в 25 лет, да, тем не менее, 4 года. 4 года, на самом деле, достаточно интересные были. Пришлось постигнуть действительно такой особый мир, когда приходится делать и как-то и костюмы, и парики, и все-все-все. То есть, опять же, это доставать очень тяжело, поэтому приходится это все делать и самому много чего. То есть, допустим, не работал никогда с ПВХ, тут внезапно нужно было делать доспехи. Как-то вот приехал к тех знающим людям, объяснили, что, куда, как. Действительно начало что-то получаться. Многие персонажи, на самом деле, уже далеко не первый, да, персонаж. То есть у меня хотя бы парочку в год получается. Любимый, конечно, классный, на мой взгляд, призрак в доспехах, у меня был герой Бато. Вот. Внешность мне просто вот один в один, мне прям понравилось. Также мне очень здорово понравился тот же Снежный Король. Тогда пришлось вообще постигать лепку, потому что у него там длинный нос 30-сантиметровый. Как-то это надо было дело лепить, как-то надо было это все дело крепить, да, грим на лицо синий, вот этот вот парик, корона, все это дело. В принципе, ничего, справился. Лично я отношусь к этому как, не знаю, многие, конечно, будут сейчас вот на меня так, он неправильно говорит, но я отношусь к этому как к новогодней елке, на самом деле. То есть праздника хочется для души, вот, мы уже выросли все, мы состарились, но мы не выросли. В душе все равно ребенок есть и хочет праздника, да? А вот это все-таки своеобразная игра, это отдых душой. К этому многие негативно, конечно, относятся. Я к этому считаю, что ничего плохого нет. Пускай лучше этим занимаются, чем всякими сомнительными делами. Потому что это ж творчество, это выход натуры, это на самом деле креатив.
Никита. Ну и, в принципе, как косплеер, меня также называют. Не люблю всякие ники, но иногда можно услышать Мердок. Но это такой ник, который закрепился за мной. Собственно, в косплее я два года. Делаю в основном мужских персонажей. Те персонажи, у которых лица закрыты, и там непонятно, скажем так, без полов. В основном делаю, конечно, по аниме. Не знаю. Меня все пытаются в игры, но как-то не пошло. Персонаж у меня был Эрен, Шингеки но Коджин. Ну, это было не очень, потому что мой рост и не особо подходит персонажу. Был также Грей Фэйри Тейл и был также The Kid, игра Бастион. Три персонажа, которых я делал. И вот Рио, собственно, четвертый персонаж. И если о планах, то в ближайшем плане это Евангелион и Рыцари Сидония. Буду также махать катаной, только либо в большой мехе, либо маленьким человечком. К сожалению, шью я коряво, и это помогали. То есть мы здесь были компанией, у нас здесь была целая шаман-пати, и, соответственно, одна из девушек шила мне костюм. Я делаю в основном крафт, то есть это по моей, это доспехи, мечи и всевозможное оружие. Всем, меня зовут Янец, это мой псевдоним, настоящее мое имя Иван. Я сейчас нахожусь на фестивале Тогучи в городе Москве. Я занимаюсь косплеем третий месяц, ну четвертый, если быть точно. Просто этот костюм я сделал за 3 месяца. Это мой первый собственноручно сделанный костюм. То есть первый образ, который я взял, персонажа Артас. Ну, весьма сложный персонаж со сложной судьбой. Ну, мне он понравился, потому что он действительно потрясающий. Этот костюм я сделал за 2 месяца полностью броню, и еще за 1 месяц сделал шлем. Это первый костюм, который я делал своими руками. То есть косплеем я решил заниматься, потому что я человек творческий. И всегда не хватало, я знаю точно, что ни у кого не хватает времени на творчество. То ли это рисование, то ли пение, то ли музыка, то ли скульптура, кто что. В косплее здесь сочетаются почти все виды творчества. Здесь люди и рисуют, и лепят, и шьют, и крафтят, что угодно делают. Я, конечно, с шитьем не очень хорошо дружу, но то есть, я могу только крафтить, по сути, броню, где минимум ткани. Я рад, что нашел для себя это направление. То есть всем желаю удачи, присоединяйтесь к нам. Прекрасная компания, прекрасные люди, прекрасная атмосфера. А вот ты можешь рассказать там приблизительно, вот, что тебе было сложнее всего делать? Мне сложнее всего было сделать его. Это был мой первый череп. Сделан из папье-маше и шпаклевки. В этом костюме всего 16 черепов, то есть... Сложнее всего было сделать шлем, за это ушел месяц, и 2 недели ушел на меч, потому что он сделан не из мягких материалов, а из алюминия в основе, и не хотел, чтобы он сломался при первом же фестивале. Ну, собственно говоря, шлем и меч долго очень сохли, поэтому их было сложнее всего сделать. Сначала они болтались, но потом уже такие пуленепробиваемые, можно идти и собирать души. Мои следующие планы в косплее сделать персонажа Тироэля из Диабло. Ну, это, как говорится, глаза боятся, руки делают. Это только мой первый костюм, поэтому нет смысла останавливаться на этом дальше. Буду продолжать. Вот мы и познакомились со всеми косплеерами. Ждем ваших голосов.